Свыше 22 миллионов тенге отсудил акимат Кибасту за утепловиков. Предприятие должно будет выплатить ущерб, нанесенный бюджету из-за аварии на ТЭЦ зимой, когда жители в мороз остались без тепла. В частности, для ликвидации последствий и восстановления теплоснабжения городской администрации были направлены работники коммунальных служб и организаций, в том числе из других регионов страны. И средства на их питание, проживание и снабжение. Теперь монополист должен вернуть вложенную сумму денег. Поскольку территориальным департаментом Комитета атомного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Павлодарской области была установлена вина ответчика, то в силу требований действующего законодательства с него в пользу государства взыскать на сумма затрат в размере 22 миллионов 170 тысяч 308 тенге. Решение не вступило в законную силу.